Сына, Святого Духа, аминь. Боже, милостив будь ко мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери, Святой, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Твоему Сыну, Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, посвяти Сыну немощи наши, и не поиграй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоему Сыну, Святому Духу. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки веков. Аминь. Став после сна, мы преподаем Твоим стопам благие ангельскую песню, приглашаем Тебе сильный, свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти нас надо поднял меня, Господи, ум мой просвети, сердце открою самое, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и я не каждого обнаружится, со страхом воскликнет полностью. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Сам после сна благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне прошу Тебя мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Господи, не в ярости Твоей обучай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою. Как тяжелое время отяготели на мне, смердя, гноя в сараны мои от безумия моего.
Я слабен и совсем поник, весь день серый хожу, ибо чресла мои полны воспалений, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, если нет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои истинно отступили от язвы моей, ближние мои стоят вдали. Ищущие же души мои ставят сети, желающие мне зла, говорят о погибели моей. И замышляют всякий день козни, а я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал как человек, который не слышит и не имеет уста своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой. Я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю и сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. Не сдающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я делаю добро, следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивы предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня и не предай меня на поругание безумному. Я стал нем и не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твои. Если Ты обличением и будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моря краса его, как сыплен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и немлю воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришелец. Как и все отцы мои, отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песню, хвалу Богу нашему. Увидят многие и боятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много сделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду. В свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом,
Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь, правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твоей, спасение Твое, не утаивал милости Твоей, истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедро Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя охраняет меня на крестах. Ибо окружили меня двери неисчислимые, постигли меня беззаконие моих, так что видеть не могу, и более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавит меня, Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне славы. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне, хорошо, хорошо, да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя, любящие спасение твое, да говорят непрестанно, велик Господь, я же беден и нищ, но Господь течется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открытого недостойного устава, спалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна и посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жарко надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгрешный день Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчий, встал после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаю за угодно Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, великий Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец, и источник подарок всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести из напасти всякого вражеского зла. Ты сам Творец, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплотных, всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающий долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе и нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нас бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить иной здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими посреди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радости божественный чертог славы Его.
где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и тебя воспевает все творение веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону поощрить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи ее на путь спасения. Во святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день, сохрани меня от всякого искушения вражества, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. Молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного, раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удалюйся скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от обращенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. И освободи от всякого злого действия, вот ты благословенна от всех родов. И твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником и молительником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы Христа Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного дня, Твоего батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих, друзей и всех православных христиан, подай Твои земные и небесные блага и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи и силой Твоей даруй здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Подними, Господи, соборы болезни священников Романа и Дионисия. Прости все согрешения вольные и невольные, утешишь, укрепи в беде этой. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, просим себе их и вольные, и невольные, даруем Царствие Небесное со святыми покой Христе, души рабов Твоих, праотцов, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, ни жизни, ни бесконечной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных Богородских Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Дайте им смолиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Абба Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя.
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, молитвы и исповеди. И сохрани наше сокровище книги здесь и в пути, и через них найди новые души для Царства Небесного. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, благодари Тебя, мой ангел, за эту ночь столько лет Ты хранил, и покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, веди ее навеки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иоанн Креститель, Предтеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару оживил Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, энергетический чудотворец, моли Бога о нас. Позри на угрозы врагов, Господи, умягчи сердца их, не дай желаемого счастливым, и закрой их лживые уста, дабы не поносили путь истины. И в судный день, если они покаются, не помяни их безумие. Благослови благодетелей наши. Воздаем добром Елену, Евгению, 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 Евгению. И пошли добрых помощников нам. И все необходимое для принятия гостей в себе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Утрих и пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Молите Бога о нас, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Дарит Господь нам жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устинь, Философ, Космарь, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мужчин, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфимий, Каменинский, Георгий, Победоносец, Панфилий, Иман, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Иван, Иосиф, Борис, Ильев. Дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, им в Вениамина, дай веру и старшие родители, заложенные на спите. Молите Бога о нас, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Кирилл Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Адвосий, Корнилий, Мил, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Сарубский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанкайский, Кирилл Неподин, Акентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корнилий, Пиев Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Сарубский,
Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь святой православной вере. А замысл еретиков развею, в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Пёпа, первомущенница, Фатина, Самарянина, Февронии. Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарит Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправи покорилась Галина, семейство и день. Надежда, Надежда, Надежда Светлана, Мария, Раиса, Мария, Марина и Юлия, Елена, Галина, Людмила и Анна. Аллилуйя! Посети болящих, по силу все перенести, пошли в исцеление. Сергея, Дионисия, Романа, Александра, Александра, Анна. Валентина, Валентина, Марина, Антонина, Калерия. Не Анила. Тебе слава, Христе Боже наш, Тебе хвала, истинный Господь. Аллилуйя. Сохрани наше сокровище, славь форму, что есть для пользы людей. На спасение и душ трудящихся и сильно. Приготовь нам все необходимое для принятия гостей. Мы нуждаемся в этом, в Твоей помощи, Христе Боже наш. Слава Тебе, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. Для всего пошли на добрых помощников, наставников и советов. И сохрани нас от всякого рода зла. Здесь и селение наше от пожара, ворон и чистой силы живущих там. Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Алексея, Иосифа, Романа. Владимир, Никита, Михаил, почти добрые жители Ведьмы, и сохрани школу, Господи, помилуй. Слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Христе Боже наш, так любящим создание свое. По всей помилуй, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Ирия, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амроса, Вадима, Засенова, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Белого Пасхи, и весь священничество, священничество, и высшие служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дальше священников и субботных, то есть вери власти воинства, вери страхных. И через них сотворит благое церковь, то есть Владимир Дмитрий, Александр Дональда, Рамзана Петра, Александра Абдагена. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет на черте в это время. И поготовь землю сию и народ к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Найди все наше родство и братьев, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Татьяну, Марию. Я от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, путешествующих Раиса, Льва, отступников, Николая, Михаила, Александра. Василий Панелы, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Черных, Виктор, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олегу. Решит дело общее. Василий Панелы, Дмитрия, Марина, Чады, Валентина, Алексея, Валентина, Надежда.
Дмитрий, 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 Олега, Алексея, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, чтобы слово Твое, кому возвестили слово истины. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, за все Твои милости. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Да будет день сей, днем прославления Твоего имени и дел Твоих дивных и чудных. Аллилуйя. Исправь непокоримость. Долина семейств и день надежды от нашей святой Марии Соборной. Прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное пред престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих Тебя на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши трактор. Доброе утро. Сергей считал сегодня «Отче наш», и в конце добавляешь «во веки веков». Слова «веков» нету. Начинает сразу говорить: «А что? Везде же говорим». Зачем тебе это говорить? Добавленное слово «Отче наш». «Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь». Во веки. А в других местах во веки веков. Здесь нет веков, значит, не надо. Когда страх перед Словом Божьим есть, мы можем только узнавать толкование, почему в других местах есть, а в этих нет. Иоанн Златоуст обращает внимание даже на то, что когда передает Павел привет, сначала Прискиле и Акиле, а в другом месте Акиле и Прискиле. И он это объясняет, почему местами переставлены. А нам разницы никакой нету. Что в окно, что в двери. Не было бы разницы, ее бы и не было вообще разницы. Это толковать нечего, но оно есть. И к этому надо отнестись так, как к дарам Духа Святого. Если мы это расслышали, значит, будет страх перед Словом Божиим. Вчера заходит ко мне человек и говорит: вот теперь у православных поставлен вопрос там Библию изменить, там что другое. Ну, я знаю, там слова обронил Алфеев и Ларион. Что он имел в виду, неизвестно. Мы, любители-то Слова Божия, они заволновались. Я говорю: не будет никогда этого. Нет. Это замена речений написано. Слов, которые непонятны. Паки бытие. Еще паки бытие. То есть в новой жизни, когда наступит новая жизнь. Паки — это опять. Паки бытие. То есть опять новое бытие будет. Восьмой день наступит. Ну, тогда понятно все. И не будет. Но как он, свидетели Иеговы так называемые, они Библию выбросили, написали книжку, написали, подписали всемирный перевод Библии. А там это не Библия. Это сатана делает. Это сатанисты. Самый настоящий идолопоклонник. Идолом является его самость, я. А не то, что там изображение. Они забросили изображение, теперь попались на собственную удочку. В свою яму и упали. И все. А я так понимаю. Ну, ты понимай так. Да ты и ответ получишь за это. Бог не сказал, что как будете понимать. Нет, вот Слово Божие есть, и мне открыто. Ну, ты то ли прикидываешься дураком, то ли на самом деле превратился в него. Ну, кроме тебя-то другие люди на земле есть, и все так же говорят. Ну, ты уже спорить будешь не с православными, не с католиками, а ты будешь спорить с ними, которые... А я христианин. Христианин Игорь, христианин Александр. Ну, христианин Александр, ну как, кому ты принадлежишь? Какой ереси или к церкви? Деноминации, запомните, конфессии, истребите эти слова, их нету. Это дьявольские слова.
они прикрыли слово «ересь». Ересь? Православные и еретики. Вот научитесь так говорить. Да как католики как? Ну, православный исповедует, он тоже православный. Есть рукоположное священство. Поэтому церковь выделила слово «православный». А они-то ничего не знают. Там не то, что тупость, а бездна, провал полный. Если ты прав, то остальные не правы, потому что диаметрально противоположное мнение о чем? Ну, простое понятие о церкви. Не так, что я так понимаю, и все, так не пойдет. Ты так понимаешь, а другой ты должен учитывать это. Или вы оба неправильно понимаете, или, по крайней мере, один из двоих. Если один говорит, что причащение тела и крови – это не символ, не воображение, а истинное тело. А баптисты другие, они не верят в это, что в крещении грехи прощаются, не верят. В крещении не прощаются грехи. Кажется, ну, если окрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, для. Ему говори, он глазами лупает и ничего понять не может. Ну, кажется, ты же руководитель. Назвался пресвитером, лже-пресвитер. Тебя никто не рукополагал из православных епископов. Ну, то есть ложь сатаны. А вот они собрались. Ну, пятидесятники тоже собрались, и адвентисты, и мормоны. Все собираются. Где двое или трое собрались. Не собрались, а собраны. А вы не собраны, а собрались. По интересам, по понятиям. И там остановилось? Нет. Сумели баптисты одни остановиться? Нет, конечно. Они даже в России в 62-м году, 1962-м разделились. А дальше уже пошло по наклонной. От них другие отошли сразу же. Если адвентисты седьмого дня, они их святой остаток. Я встречался с ними, беседовал. Они днем выспались, пришли к нам на беседу. А мы отдохнули, мы можем до утра беседовать. Как до утра? Брат говорит, нам на утро на работу идти. А он до утра может беседовать. Но мы вышли от этих, от адвентистов. А что? То там что-то зацепились за что-то и отдельно. Два брата. Никого пока нету. Два. Ну, натолкнулся, где их четыре. Кто кого победит, показывает, два льва ходят. Наконец натолкнулись на праздник. Их обоих уничтожили. А до этого они побеждали. Это жизнь такая. И начнут их, всех этих скимнов, львят уничтожать. Ты всегда применяй Слово Божие к себе. Если ты прав, то до тебя, которые понимали не так, все неправы. Ну, даже доказывать не надо. Если ты показываешь дорогу, вот-вот, эта дорога только вот в этом направлении. А все остальные дорожки – это неправильно. А та-то не дорожка, а дорога, по которой шли миллионы людей, где святые отцы, где мученики Христовы. Ну, ты-то в 20 веке выскочил, прыщ, шиш антихриста, как протопоп Авакум говорил. И не надо надуваться тут. Ты должен сам себя немножко хотя бы обиходить и сказать, я понимаю так, церковь не нужна, и все. То есть... Ну, ты еретик и вышел, и на этом конец. А я не признаю, кто-то тебя обидел там или что-то. Ты там найдешь свою. Колотушка тебя и там найдет. А тут не так. О, кинулись в Америку, а теперь облизнулись. Детей отобрали у Козловых. Они наказали. И дети там 2 недели от рождения и все отняли. Что ты хотел, Америка? Она же не православная страна. И молиться просили, и молились, ничего, отсидели. А теперь подпишите то, что... Правильно мы вас судим. Не подписываешь депортацию на Украину. И все. Так вы же шли куда? Зачем бросили там, где родились? И мне пришлось везде ездить, и я скажу, ничего дороже моей земли нету. При всех недостатках я могу трудиться, меня понимают тут. Я буду лучше в тюрьме сидеть здесь, чем потерять веру Христову. А там-то они приехали, еще спортом заниматься все начали. Крашеные у баптистов, а отделенные, эти строго так держали себя, там все разложилось, размазали. Любовь к миру. Вот у нас сегодня к этому к молитве тема такая будет. Дисциплина, мы начали ее. Третий пункт. Истребить совершенно всяческую торговлю в храме и в церковной ограде, чтобы из служения Богу не делали гешефт. Церковь не ларек, не дом торговли, не вертеп разбойников. Любящий Христос бил только церковных торгашей веревкой
Это самые богопротивные люди, разбойники, алчные. Ну, это даже доказывать не надо. Христос сплел бич. Бич, для чего он? Не для устрашения, только и рисует, как он порол и гнал оттуда. Ну и все. Даже, кажется, ни один бы не посягнул, если верующие. Нет. В каждом храме торговой точки, во дворе там торгуют. А где тогда торговать? Ну, за пределами. В храме это несовместимо. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Ну, остановился и все. Ну, не можете. Христос говорит, не можете. А мы можем. Мы сделаем. За крещение, за заказы. Напоминальник записать за каждого человека 10 рублей. Все ценники поставлены. Не можете. Ты вы можете это делать, но служите там мамоне, а не Богу. А как тогда? Еще как? Господь сказал, не можете. И больше не надо дальше идти. Как и как? Вы можете играть в это. Ничего, может, и нету. Спектакль плохо поставленный. Ничего больше нету. Как Игнатий Брещина говорит, остались одни актеры. Актер ничего не сделает. Монашество кончилось. И все это скрывают, замазывают. Ну, это написано. Его шеститомник вышел. Там маленькие книжечки такие. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей. И сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал. Не просто как-то, а выгнал. Из храма всех. Также овец и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли. Иоанна 2.16. Тут только одно, что это не его дом, и поэтому они хозяйничают. Я делаю вывод, что где торговля в храме идет, туда Христос еще не приходил. Христос не мог бы согласиться. Он выгнал. И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Это второй раз он его изгонял. Называется вертепный понедельник на страстной неделе, последний перед Пасхой, понедельник, Матфея 21:12. Сначала говорил, домом торговли. А здесь более грозно, вертеп разбойников. То есть сидят разбойники, режут людей, души развращают. Интересно, привезли мощи, показывают, мне скинули, как встречает их президент Путин. Но это надо посмотреть, зарядите просто, увидите, как он подходит. Вокруг охранники. Там диаконы какие стоят, это все проверенное. Ни один шило в кармане не держит. Он подходит и крестится. Я раньше неоднократно говорил, посмотрите, как он крестится. Он правильно совершает крестное знамение. Правильно. Крест получается прямой, поперечно. А патриарх как попало, куда-то под мышку руку сует, как Евгений Евтушенко писал, то в нос, говорит, то в пах. Все ваше христианство в попыхах. А теперь гляжу, он точно так же стал креститься. И кто кого развратил? Путин как попало креститься уже? После делает, у него креста-то не получается никакого. И лбом туда сунулся, и поцеловал, дальше свечку. Ну, свеча нечистая, это ее мерзко в руки брать даже. И он же умный человек. Чего это он так опустился-то? Я его судить не хочу. Я просто говорю, ну... Это же развращение людей, люди-то видят это, выставлено в интернет, снимали тут. Ясное дело, не на наши маленькие эти мыльницы. Никто не должен внутри священных оград корчемницу или различные снеди поставлять, или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. Ибо Спаситель наш и Бог житием своим по плоти, поучая нас, повелел не творить дома отца своего домом купли. Он и пеняшником, то есть деньги, которые рассыпал пенязи, или пенязи, и изгнал творящий святый храм мирским местом. Это мирские люди. Посему, если кто обрещен в решении преступления, будет отущен. Их отущать всех, с патриарха начиная. Софрино должно быть полностью уничтожено. Оставить только что-то, ризы готовят, и все остальное – это бизнес. Притом
их награждают, там показывают, кто там директор. И прибыль исчисляется многими миллиардами рублей, живая прибыль. И они заботятся не о свечах. Бывают люди со своей свечой придут, из воска сделаны, не дают зажигать в храме. Нет, покупай у нас, ну явно, что безбожники. Дикая разбойная шайка собралась. Это рассказывает отец Александр Гурдин. Он благочинный Красноярского края был, Московского патриархата. Ну и тут пришел и поставил свечку-то. А она стоит у него, свеча-то, как кедр ливанский. Большая, восковая там, не трещит. Гляжу, говорит, она не горит. А там подошла служительница и потушила ее. Я, говорит, снова подошел, зажег, поставил. Что-то только отвернулся, гляжу, она уже на боку лежит, ее повалили. Я тогда стал рядом. Как только зажег, гляжу, это в черном халате суетится, сгорбатилась идет. Только руку протянул, я цоп ее за руку, говорит, настоятель, благочинный. Зачем это делаешь? А ну-ка отойди. А он такой представительный из себя, как сутунок большой березы. Сутунок, то есть обрезан от камля и дальше. Но и она попятилась, и он стоял рядом, уж не столь, может быть, молился о спасении души, как о спасении свечи своей. Я его знаю очень хорошо. И вот он убедился, увидал. У него торговки были, Юлия и Надежда в Красноярске. А меня вызвал он сделать печь в Просфорне. Я поехал вот с братом. С ними пока он уехал там разбираться против отца Геннадия Фаста, что-то нападали венесейские-то. Но они день работали тут, мешают раствор, подают кирпич, а я им беседую и говорю. Когда он прилетел оттуда-то, служба началась. Шум какой-то, он отворил, а что это такое? Глядит, народ весь столпился, ни одного почти нету. А что там делается? Эти побежали смотреть, пришли. Отец Александр говорит, а торговли-то нету. А где они? Не знаю, так найдите. Нашли их, они в сторонке стоят, и Юлия, и Надежда молятся. Так а почему вы не торгуете? Так нельзя в церкви торговать. Они прибежали, отец Александр, они говорят, нельзя. Это Игнатий их научил. Ну, правильно. Да будет отучен. Это 6-й Вселенский собор, 76-е правило. Вот я же впереди считал. Иные куплет производят, чтобы этого не было. Я сказал, я уберу, но сегодня надо торговать, иначе тут... Я говорю, он вам это слова будет говорить. А Слово Божие говорит, ныне, когда услышите, не завтра, ныне. Завтра не может не быть. Зачем ты на завтра говоришь, когда не знаешь, будешь живой или нет? Они ему сказали, он разгневался, что Игнатий мне сделал. Тут служба-то не идет, литургия, все остановилось. Понятно, не можете служить Богу и мамоне. Хоть сам становись. И он как не уговаривал, я не знаю потом, что он их отлучил, там, не знаю. Тут меня арестовали, как раз тут же, может быть, с той подачи арестовали. Так он, его допрашивали тоже, так он обо мне характеристику такую дал, ну, как бы отрицательную. А добавил в конце, а моя жена Анна, она боготворит его. А его письма, они такие были с упреками. Я их даже не считал, рвал и в корзину бросал. Это все записано у меня в книге «Для Слова Божия нет уз». Когда я вернулся, то закон гласил репрессированным и реабилитированным, конечно, дать слово эти дела их. Напротив меня 4 тома было. Я сидел там и выписывал все. Никто не должен это. А кто будет делать, да будет отлучен. Повторяю, 6-й Вселенский собор, 76-е правило. Записали мы Евангелие, канон прочитали. Дальше. Грех смерти есть, когда некие согрешая, неисправленные пребывают. Горше же всего то, когда жестоковейно восстают на благочестие и истину, предпочитая богатство послушанию перед Богом и не держась Его устава и правил. В таковых нет Господа Бога, если не смиряться и не истрезвятся от своего грехопадения. Подобает им паще приступать к Богу и с сокрушенным сердцем просить оставления греха его и прощения, а не тщеславиться даянием неправедным. 7-й Вселенский собор, 5-е правило. Вот и все. Это грех смерти уже беспокаянный.
А многобрачные отцы умолчали, как о деле скотском, то есть сразу две жены, и совершенно чуждом роду человеческому. Скотство, то есть по христианским меркам, 1300 лет все мусульманство в скотстве живет. Четыре жены разрешены. Скотство это расплодил их руководитель. Нам же сей грех представляется тягчайшим блуда. То есть человек изменил жене, блудил, а другой все время живет и не нарушает, у него там четыре жены. Более тяжкий, чем блудник. То есть вся их религия, все религия блуда. Согласно этого правила. А какое правило? Василия Великого, 80-е. Посему благорассудно будет, подвергаясь таковым эпитемьям по правилам, то есть да будет едино лето плащащими, три лета припадающими, четыре, и потом могут быть приняты. То есть если развелся. И 100 глав, 38 глава. Да еще 100 глав отвергли. Да кто его отверг-то? Беззаконники отвергли. Это был представительный собор 100 глав и книга 100 глав. На нем председательствовал Иоанн Васильевич, Иоанн Грозный. Ему 15 лет было. Взяли, отвергли целый собор. А почему? Там как раз про это говорится. До 30 лет не рукополагать. Три правила дополнительно по этой теме. Все выкинули. Полностью весь собор. А там люди были, которые, как Филипп, считаем, которые канонизированы церковь. Никто не должен отдавать в рост деньги. В рост. Пользоваться жидовскими процентами, жить за чужие труды, от корня всякого зла. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, не налагай на него роста. Исход 22-25. Не бери от него роста и прибыли, бойся Бога твоего. Я Господь, чтоб жил брат твой с тобою. Левитам 25-36. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их и домы их, и рост серебра и хлеба и вина с масла, за которые вы судили их. То есть, чтобы проценты взяли, верните. Вот некоторые ипотеку берут, больше миллиона, и почти каждый месяц платят проценты 20 тысяч. А взяли на 30 лет, рассчитывайте. Рабы, проданные жидам. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного? Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 14:5. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Притча 28:8, Иеремия 15:10, Иезекииля 18:13 и 22:12. Епископ или пресвитер, или диакон, лихвы требующий, занимающийся ростовщичеством от должников, или пусть перестанет, или да будет извержен. Апостольское правило 44:7. Поскольку многие причисленные в клир, к священству, любостяжанию, лихоимству последуя, забыли божественное писание, глаголющее «серебра своего не давая в лихву, и давая в долг требует сотых», судил святой и великий собор, чтобы, если кто после сего определения обрящется взимающим рост с данного в заем, или иной оборот, дающий сему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющее ради постыдной корысти, таковый был извергаем из клира и чужд духовного сословия. Первый Вселенский собор, 17 правило. Прямо я беру в кавычки. Епископ или пресвитер, или диакон, взимающий лихвы, то есть лишние, или так именуемые сотые, то ли процент один брали, непонятно, или да пристанет, или да будет извержен. Шестой Вселенский собор, 10 правило, Ладикийский, 40. Рассуждено также, чтобы клирик, давший заем деньги, столько же денег и получал, а давший вещи получал, сколько дал. Под залог. Карфагенский собор, 21 правило. Как непременные спутники торговли, везде и всегда есть посторонние люди. Непрерывная передача с вещей, отвлечение от молитвы, шум, хождение. Отсюда извращение ума, будто от возмездия за грехи можно откупиться деньгами и нечистыми свечами.
Отсюда и уверенность, что все это мирское безобразие в церкви допустимо и якобы церковное дело. Необходимо не допускать хождения служек церковных во время богослужения по храму. Их пустые разговоры, объяснения чего-то приходящим посетителям, зрителям. Это мы один пункт просчитали. Ну, на сегодня, полагаю, все. Так вот отодвину это. И вот установить строгость по Священному Писанию, это уже будет 4-й пункт. Видите, сколько? Это материалы у меня все, они находятся в книге для к истинному православию. Я сейчас отключу здесь, а потом минуты через полторы-две события дня будут. Кому это уже не нужно, можете отойти. Я сейчас выключаю. Я говорю, он вам это слова будет говорить. А Слово Божие говорит, ныне, когда услышите, не завтра, ныне. Завтра не может не быть. Зачем ты на завтра говоришь, когда не знаешь, будешь живой или нет? Они ему сказали, он разгневался, что Игнатий мне сделал. Тут служба-то не идет. Литургия все остановилась. Понятно, не можете служить Богу и мамоне. Хоть сам становись. И он как не уговаривал, я не знаю потом, что он их отлучил там, не знаю. Тут меня арестовали, как раз тут же, может быть, с той подачи арестовали. Так он, его допрашивали тоже, так он обо мне характеристику такую дал, ну, как бы отрицательную. А добавил в конце, а моя жена, Анна, она боготворит его, а его письма, они такие были с упреками. Я их даже не считал, рвал и в корзину бросал. Это все записано у меня в книге «Для Слова Божия нет уз». Когда я вернулся, то закон гласил репрессированным и реабилитированным, конечно, дать слово эти дела их. Напротив меня 4 тома было. Я сидел там и выписывал все. Никто не должен это. А кто будет делать, да будет отлучен. Повторяю, 6-й Вселенский Собор, 76-е правило. Записали мы Евангелие, канона, прочитали дальше. Грех смерти есть, когда некие согрешая, неисправленные пребывают. Горше же всего то, когда жестоковейно восстают на благочестие и истину, предпочитая богатство послушанию перед Богом и не держась Его уставов и правил. В таковых нет Господа Бога, если не смиряться и не истрезвятся от своего грехопадения. Подобает им паще приступать к Богу и с сокрушенным сердцем просить оставления греха его и прощения, а не тщеславиться даянием неправедным. 7-й Вселенский Собор, 5-е правило. Вот и все. Это грех смерти уже беспокаянный. А многобрачие отцы умолчали, как о деле скотском, то есть сразу две жены, и совершенно чуждом роду человеческому. Скотство, то есть по христианским меркам, 1300 лет все мусульманство в скотстве живет. 4 жены разрешено. Скотство это расплодил их руководитель. Нам же сей грех представляется тягчайшим блуда. То есть человек изменил жене, блудил, а другой он все время живет и не нарушает, у него там 4 жены. Более тяжкий, чем блудник. То есть вся их религия, все, религия блуда, согласно этого правила. А какое правило? Василия Великого, 80-е. Посему благорассудно будет, подвергаясь таковым эпитемьям по правилам, то есть да будет едино лето плащащими, 3 лета припадающими, 4, и потом могут быть приняты. То есть если развелся. И 100 глав, 38-я глава. Да еще 100 глав отверг. Да кто его отверг-то? Беззаконники отвергли. Это был представительный собор 100 глав и книга 100 глав. На нем председательствовал Иоанн Васильевич, Иоанн Грозный. Ему 15 лет было. Взяли и отвергли целый собор. А почему? Там как раз про это говорится. До 30 лет не рукополагать. 3 правила дополнительно по этой теме. Все выкинули. Полностью весь собор. А там люди были, которые... как Филипп, считаем, который канонизирован на церковь. Никто не должен отдавать в рост деньги. В рост. Пользоваться жидовскими процентами. Жить за чужие труды. От корня всякого зла.
если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Исход 22:25. «Не бери от него роста и прибыли, бойся Бога твоего. Я, Господь, чтоб жил брат твой с тобою». Левитам 25:36. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их и домы их, и рост серебра и хлеба и вина с масла, за которые вы судили их». То есть, чтобы проценты взяли, верните. Вот некоторые ипотеку берут больше миллиона. И почти каждый месяц платят проценты 20 тысяч. А взяли на 30 лет, рассчитываются. Рабы, проданные жидам. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей, кто серебра свое не отдает в рост и не принимает даров против невинного? Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 14:5. Умножающий имение свое ростом и лихвою, соберет его для благотворителя бедных. Притча 28:8, Иеремия 15:10, Иезекииля 18:13 и 22:12. Епископ или пресвитер, или диакон, лихвы требующий, занимающийся ростовщичеством от должников, или пусть перестанет, или да будет извержен. Апостольское правило 44:7. Поскольку многие, причисленные в клир, к священству, любостяжанию, лихоимству последуя, забыли божественное писание, глаголющее «серебра своего не давая в лихву, и давая в долг требует сотых», судил святой и великий собор, чтобы, если кто после сего определения обрящется взимающим рост с данного в заем, или иной оборот, дающий сему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющее ради постыдной корысти, таковый был извергаем из клира и чужд духовного сословия. Первый Вселенский собор, 17 правило. Прямо я беру в кавычки. Епископ или пресвитер, или диакон, взимающий лихвы, то есть лишнее, или так именуемые сотые, то ли процент один брали, непонятно, или да пристанет, или да будет извержен. Шестой Вселенский собор, 10 правило, Ладикийский, 40. Рассуждено также, чтобы клирик, давший взаем деньги, столько же денег и получал, а давший вещи получал, сколько дал. Под залог. Карфагенский собор, 21 правило. Как непременные спутники торговли, везде и всегда есть посторонние люди. Непрерывная передача свечей, отвлечение от молитвы, шум, хождение. Отсюда извращение ума, будто от возмездия за грехи можно откупиться деньгами и нечистыми свечами. Отсюда и уверенность, что все это мирское безобразие в церкви допустимо и якобы церковное дело. Необходимо не допускать хождения служек церковных во время богослужения по храму. Их пустые разговоры и объяснения чего-то приходящим посетителям, зрителям. Это мы один пункт прочитали. Ну, на сегодня, полагаю, все. Я тут отодвину это. И вот установить строгость по священному писанию, это уже будет 4-й пункт. Видите, сколько. Это материалы у меня все, они находятся в книге для к истинному православию. Я сейчас отключу здесь, а потом минуты через полторы-две события дня будут. Кому это уже не нужно, можете отойти. Я сейчас выключаю.